Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу», и мы продолжаем серию гриль-рецептов. Сегодня мы с вами будем готовить куриные ножки с барбекю-соусом на мангале. К ножкам добавляем паприку, сушеный чеснок, соль, перец и масло. И хорошо перемешиваем. Ножки замариновали и будем их запекать. У кого нет возможности делать это на мангале, ножки можно запечь в духовке. Используем решетку от духовки и противень. Выкладываем ножки на решетку, запекаем при 180 градусах 20-30 минут до готовности. Ну а сегодня светит у нас солнышко, хорошая погода, поэтому мы идем жарить на мангал. Для соуса смешиваем барбекю соус, кетчуп острый и мед. Доведем это все до кипения. Конечно, мангалом, как всегда, занимается мужчина. Угли прогорели. Ставим жарить куриные ножки. Крылышки почти готовы. Смажем их гриль-соусом и поджарим еще 1-2 минутки. Если вы делаете их в духовке, проделайте то же самое. Друзья, сочные и острые барбекю-ножки готовы, и они прекрасно подходят как закуска. По этому рецепту вы можете приготовить их не только на мангале, но и в духовке. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новые рецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита!